Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики, и я, и ведущий Альберт Петров. Тема сегодняшней передачи – защита прав граждан при предоставлении социальной и медицинской помощи. Вопросы социального и медицинского обеспечения граждан являются важными, от которых напрямую зависит не только наше здоровье, но и нередко наша жизнь. Всегда ли граждане, нуждающиеся в этой помощи и имеющие право на ее получение по закону, действительно ее получают в необходимом объеме? Куда и как обратиться за защиту нарушенных прав, если вдруг такая помощь оказывается несвоевременной или не оказывается вообще? На эти другие вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Чувашской Республики Анна Николаевна Бочкарева. Здравствуйте, Анна Николаевна. Добрый день. Анна Николаевна, тема сегодняшней передачи посвящена двум важным видам государственной помощи – социальной и медицинской помощи. Но если с медицинской помощью более-менее понятно гражданам, потому что все-таки им приходится сталкиваться много раз в своей жизни с этой помощью, даже с самого рождения, то хотелось бы все-таки более подробно уточнить, что такое государственная социальная помощь и что включает она в себя. Ну, в настоящее время действует федеральный закон о государственной социальной помощи, 178-й, в котором дано понятие термина «государственная социальная помощь». Это предоставление малоимущим семьям, малоимущим, одиноко проживающим гражданам, другим категориям граждан – это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, боевых действий, предоставление социальных пособий, субсидий, доплаты к пенсии и оказание социальных услуг. Ну, хотелось бы обратить внимание телезрителей о том, что оказание социальной помощи не ограничивается вот этим федеральным законом озвученным. В настоящее время действуют федеральные законы о ветеранах, о защите социальных прав инвалидов. Есть множество подзаконных нормативных правовых актов, законодательств субъектов Российской Федерации, где как раз регулируются вопросы оказания государственной социальной помощи гражданам. А вот на какие виды государственной социальной помощи могут рассчитывать граждане, про которые вы упомянули? Ну вот, исходя из вышеуказанного закона, могу сказать, что государственная социальная помощь оказывается в двух формах. Это денежные выплаты и непосредственно оказание социальных услуг. Ну, денежные выплаты – это пособие предоставляет себе безвозмездное предоставление гражданам денежных сумм из соответствующих субъектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Ну, одним из ярких примеров является предоставление пособие гражданам, имеющих детей. А также это субсидия. Субсидия носит целевой характер. Это полная или частичная оплата гражданам предоставляемых социальных услуг. Ну, к примеру, это субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг, которые предоставляются гражданам в целях реализации права на жилье. Есть доплата к пенсии. Она предоставляется гражданам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума. Ну, есть другая форма оказания социальной помощи. Это социальные услуги. Ну, к примеру, это предоставление рецепта на лекарственные препараты или изделия медицинского назначения, или медицинское питание. Это оказание социальных услуг на дому, как правило, они оказываются одиноким пожилым людям. Это обеспечение санаторно-курортным лечением. Это предоставление проезда на городском транспорте, на междугородном транспорте. Это проезд к месту лечения и обратно. Меня интересует вопрос, касающийся лекарственного обеспечения этих льготных категорий граждан, которые имеют на получение государственной социальной помощи. Как сегодня обстоят дела в нашей республике именно по вопросам обеспечения лекарственными средствами? Ну, хочу сказать, что органы прокуратуры на этот вопрос обратили внимание еще в 2009 году. Но вот с начала 2012 года в прокуратуре республики была создана горячая линия по вопросам обеспечения лекарственными средствами. Вот. В прошлом году поступило к нам 36 обращений таких, из которых, надо отметить, что 12 были совершенно обоснованы. Так, в ходе прокурорских проверок было установлено, что основная часть этого обращения связана с тем, что лечащие врачи отказывались гражданам, имеющим право на бесплатное лекарственное обеспечение, в выписке рецепта на необходимый лекарственный препарат, и связывали это с тем, что в прикрепленной аптеке к больничному учреждению отсутствовало это лекарственное средство. И вот граждане к нам по таким вопросам обращались. Мы, органы прокуратуры, проводили проверки, вносили представления
Граждане обеспечили лекарственные средства, виновные лица, конечно, были привлечены к ответственности. Но хотелось бы в этой части отметить, что одной из причин вот этой вот ситуации, когда нехватка лекарственных средств, это в 2012 году Минздрав Чувашской Республики столкнулся с тем, что поставщики лекарственных средств, то есть с кем были заключены государственные контракты, нарушали сроки поставок. И вот с этим была вот связана вот эта нехватка лекарственных препаратов. Но вот Минздрав принял меры гражданской правовой ответственности к таким нерадивым поставщикам. И в настоящее время надо отметить, что ситуация значительно улучшилась. И, в принципе, сейчас таких ситуаций не возникает. Но также в прошлом году мы столкнулись с такой ситуацией, когда к нам поступали жалобы от родителей детей-инвалидов и детей до 3 лет. В настоящее время на территории Российской Федерации действует законодательство, в соответствии с которым дети до 3 лет обеспечиваются лекарственными средствами бесплатно, а также дети-инвалиды до 18 лет. В настоящее время сейчас все дети-инвалиды Чувашской Республики обеспечиваются лекарственными средствами без проблем. Но возникла ситуация с детьми до 3 лет. Обеспечивались бесплатно дети до 3 лет лекарственными средствами только вот в случае серьезных заболеваний либо антибиотиками. На остальные приобретения лекарственных средств просто денег не хватало в бюджете, и прокуратура республики вышла с письмом главе Чувашской республики с просьбой внести изменения в закон Чувашской республики о бюджете и увеличить это финансирование. Надо сказать, что наша инициатива была реализована положительно. Бюджет Чувашской республики в этой части увеличился в 10 раз. Сейчас, по-моему, предусмотрено 34 миллиона на это направление. И надо отметить, что в 2013 году жалоб таких вот к нам не поступало. Надо сказать, что органы прокуратуры в ходе проведения проверок, вот что касается лекарственного обеспечения, охватывают, конечно, и аптечные заведения, и обращают внимание на ценообразование, на лекарства и на перечень необходимых лекарственных средств. В случае выявления таких нарушений всегда возбуждается административное производство по части 3 статьи 14.3 Административного кодекса Российской Федерации. То есть возникают такие ситуации, когда необходимого лекарственного препарата, который вот является жизненно важным, да, вдруг не оказывается в аптеке. И, в принципе, это нарушение законодательства. Да. В последнее время часто приходится слышать проблемные вопросы, затрагивать проблемные вопросы, связанные именно с предоставлением санаторно-курортного лечения инвалидов. Насколько я знаю, не все инвалиды довольны вот решением этих проблем, потому что не всем далеко удается пройти курс лечения в каком-то либо санаторном учреждении. Хотя, вроде как, есть и показания врачей, есть и программы реабилитации, которые предусматривают прохождение курса лечения в санатории. Но, тем не менее, путевками они должным образом не всегда обеспечиваются. Как ситуация обстоит в настоящее время? В республике сейчас ситуация складывается таким образом, что выделяемых с федерального бюджета на указанные цели недостаточно выделяемых на это средств. Хотелось бы дополнительно сказать, что в настоящее время в средствах массовой информации, в прессе гражданам разъясняют их права, и в том числе органы прокуратуры не раз разъясняли права граждан на санаторно-курортное лечение. И когда люди начинают сталкиваться с этой проблемой, обращаются в Минздрав с заявлением о предоставлении путевки, и Минздрав отказывает им ссылкой на то, что либо нехватка путевок, либо отсутствие дополнительного финансирования, и граждане стали обращаться в органы прокуратуры на бездействие Минздрава Чувашской Республики. Вот в прошлом году таких заявлений у нас поступило 6, в этом году их уже 5. Поскольку все-таки эти лица должны быть обеспечены санаторно-курортным лечением, и законом это предусмотрено, прокуратура выходит с исками в суд. В интересах этих инвалидов все иски в настоящее время удовлетворены. Есть какие-то конкретные примеры? Есть конкретные примеры. Например, гражданка Тарасова. Сначала она просто написала заявление, что у нее такая вот ситуация. Когда мы начали выяснять ее проблему, оказалось, что действительно она не имеет права на путевку. Она включена в реестр федеральных льготников. Но путевку ей не предоставляют, поскольку лимит по путевок в 2012 году был исчерпан. Есть у нас еще другие такие же инвалиды. Это Русаков, Кириллова, Арюхин. Это лица, которые, то есть это люди, которые знают свои права,
и они постоянно обращаются в органы прокуратуры, поэтому мы уже практически с ними лично знакомы и всю ситуацию знаем. Ну, в общем, как, насколько я знаю, Тарасова, вот иск по Тарасову был утвержден. Минздрав пытался обжаловать в Верховном суде решение районного суда, но решение суда устоялось, и 2 декабря вот Тарасова должна поехать отдыхать, насколько я знаю, в Пятигорск. Ну, люди, вот телезрители, хочу, чтобы они поняли, что Минздрав Чувашской Республики, в принципе, в этом не виноват, потому что мы в ходе проведения проверок тоже уделили этому внимание, выходили на проверку в Министерство здравоохранения Чувашской Республики, выясняли, что им было установлено, что выделяемые федеральные средства, они тратятся по целевому назначению. И путевки предоставляются согласно очередности. То есть в этом нарушении мы не выявили. Но чтобы телезрителям было понятно, о чем идет речь, хотелось бы отметить, что предусмотрен норматив выделения средств на указанные цели. Вот и приказы Минздрава Российской Федерации, например, на одного гражданина, который вот федерального льготника, предусмотрен в месяц 99 рублей. И 13 рублей на проезд. Вот если умножить 99 на 12 месяцев, вот получается, ну, чуть больше 1000. А путевка в санаторий стоит, ну, 10-14 тысяч. Поэтому денег, естественно, не хватает. В настоящее время пока путевками в Чувашской Республике обеспечено только 89%. Но мы как бы на этом не останавливаемся. Минздрав тоже принимает определенные меры, направляет письма Минздрав Российской Федерации о выделении дополнительных средств. Эти деньги выделились дополнительно в этом году. И надеемся, что пусть не в этом году, но в 2014 году люди будут обеспечены путевками в полном объеме. Хорошо. Вот органам прокуратуры приняты меры по обеспечению путевками гражданки Тарасова, как вы сказали, да, на санаторно-курортное лечение. Замечательно. Вроде как есть решение суда, выделяет путевку, но возникает другой вопрос. Теперь ей необходимо оплачивать стоимость проезда к месту следования, получается, лечения и обратно. Инвалиды так, можно сказать, нет денег на этого достаточно, поскольку сами понимают, что пенсия, она недостаточно большая. И как в этой ситуации быть? Получается, что здесь круг замыкается, поскольку все-таки право оно остается нереализованным. Ну, как я уже говорила, что этим вопросом мы тоже занимались и также проводили с Министерством здравоохранения Чувашской Республики совместное совещание по этому вопросу. И прокуратура республики в адрес министра уходила с письмом, чтобы они рассмотрели положительные опыты других республик и субъектов Российской Федерации, где, к примеру, инвалидам при предоставлении путевки выписывался именной талон, с которым они подходили в кассы, железнодорожные кассы, и на основании этого купона гражданину давались билеты на туда и обратно. И как бы из этой цепочки гражданин просто исключался. И дальше уже российские железные дороги вот эти купоны собирали и предъявляли к оплате Минздрав. Но почему-то Министерство здравоохранения Чувашской Республики наше вот это вот предложение не стало рассматривать, сослалось на постановление Кабинета министров, где уже как бы номер 48, где уже предусмотрен порядок выплаты компенсации. Вы правильно сказали, что не каждый инвалид может себе позволить приобрести билеты туда и обратно. Как мы знаем, ну, как правило, билет стоит от 3 до 6 тысяч, что в сторону Черного моря, что в Пятигорск. Это достаточно дорого, и не каждый себе может позволить. Многие инвалиды просто отказываются от путевки на отдых, поскольку не хватает средств. Но вот такая проблема в настоящее время существует. В прокуратуре республики указанное постановление Кабинета министров было опротестовано. В настоящее время наш протест находится на рассмотрении, но в случае, если нам откажут, мы будем вынуждены обратиться в суд о признании указанного постановления недействующим. Мне хотелось бы перейти к вопросу о предоставлении гражданам медицинской помощи. Все ли здесь в порядке? Большого внимания раньше органы прокуратуры вот этим вопросам не уделяли. Ну, от случая к случаю, при возникновении какой-то серьезной ситуации, либо поступления жалоб. Но с 2012 года, поскольку все муниципальные больницы были переданы в ведение Министерства здравоохранения Чувашской Республики, этому вопросу стали уделять достаточно много внимания. В течение вот 2 лет мы провели множество проверок. Это соблюдение порядка оказания медицинской помощи, это использование медицинского оборудования, оказание скорой медицинской помощи. В настоящее время проводится органами прокуратуры республики проверка оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов.
Нарушений выявляется множество в больницах. Это связано как с лекарственным обеспечением, как хранение лекарственных средств, использование медицинского оборудования. Вот. В настоящее время вот нами подведены итоги проверки оказания скорой медицинской помощи. Надо отметить, что нарушение тоже достаточно серьезно выявляется. К примеру, бригады медицинской помощи не всегда соответствуют предъявляемым требованиям. К примеру, в соответствии с требованиями законодательства фельдшерские бригады должны состоять из двух фельдшеров, санитара и водителя. Врачебная бригада должна состоять из одного врача, двух фельдшеров, санитара и водителя. Но на практике получается так, что бригады не всегда бывают укомплектованы, что, в принципе, может повлиять в дальнейшем на своевременность и качество оказанной скорой медицинской помощи. Вот хотя, как показали прокурорские проверки, все-таки количество штатных единиц в больницах достаточно было, чтобы сформировать бригаду в соответствии с требованиями. Выявлялись такие нарушения, как неполное укомплектование выездной укладки бригады скорой медицинской помощи лекарственными средствами. В некоторых укладках отсутствовали антибиотики. Не полностью были оснащены бригады медицинским оборудованием. Вот. Выявлялись факты использования лекарственных средств с истекшим сроком годности. Потом имели место факты выезда водителей в рейс без прохождения медицинских осмотров, что, как вы понимаете, является серьезным нарушением, может повести в случае, если тяжелое состояние здоровья, например, и к ДТП, к серьезному. Выявлены факты такие факты, что водители не проходили обучение вождения на данном виде транспорта. Всегда ли вот скорая медицинская помощь на деле оказывается скорой? Соблюдается ли норматив вообще выезда скорой медицинской помощи к больному? Ну, надо отметить, что нормативом является 20 минут. Надо сказать, что все-таки в городских населенных пунктах этот норматив соблюдается. Но что касается районов, то с этим есть определенная проблема. Одна из них – это отсутствие на некоторых машинах навигационной системы ГЛОНАСС. Надо отметить, что если бригады выезжают в вечернее время, то не всегда можно сориентироваться, машина может опоздать. Это плохие дороги в некоторых районах, в удаленных концах района. В том числе одной из причин является то, что не все районы и больницы обладают необходимым диагностическим оборудованием, и приходится бригадам вывозить людей за пределы района. Это в Новочебоксарск, как это Козловский район, например, Посад, Козловский район, либо город Чебоксары. Вот. Надо отметить, что многими прокурорами проведен анализ всех выездов. И, например, в Урнарском районе установлено, что только в 17% бригады приезжают вовремя. В Аликовском районе по причине того, что работает всего лишь одна бригада скорой медицинской помощи, и которая может также выехать за пределы района, люди просто остаются без своевременной помощи. Например, в прошлом году у них было больше 2000 выездов, из которых 300 выездов были за пределы района. И как вот у прокуратуры района было установлено, были такие случаи, когда уже бригада приезжала, и человек уже скончался к приезду. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. У местного барбоса серьезная травма. Судя по всему, бедолага уже долгое время живет без лапы. Впрочем, жителям Аликовского района повезло немногим больше. Дело в том, что в центральной районной больнице нет травматологического отделения. Лечатся люди как могут. Нога болит, у меня ходить трудно. Понятно. На велосипеде легче. Сейчас там эти дневные, не стационар, как называется это, на укол, на систему ложат в этот день. Каждый день надо ходить. И очередь очень большая. За 2-3 месяца надо записываться. А еще в районе практически не рождаются дети. В прямом смысле слова. Родильного отделения тоже нет. Как, кстати, и детского. Когда-то они были, однако несколько лет назад по стране прокатилась оптимизация. Теперь всех, у кого травма, приходится везти в Ядрин. Тех, кому предстоит стать мамой, транспортируют в Чебоксары. А с болезнями сосудов добро пожаловать в Шумерлю. И все бы ничего, но перевозкой больных занимается единственная в районе бригада скорой помощи.
В ходе проверок журналов 2012 года было установлено, что всего было принято 2650 вызовов. Из них 237 вызовов за пределы района. Это в президентский перинатальный центр 118 раз, Шумерлинская ЦРБ 100 раз и в город Ядрин, Ядринская ЦРБ 19 раз. Кроме этого, необходимо сказать, что каждый вызов занимает около 3,5 часов. То есть при несложном математическом подсчете видно, что в районе скорая медицинская помощь не осуществлялась в течение 829 часов 30 минут. Это то есть 35 суток. Другими словами, больше месяца район жил без скорой. Без последствий такое, увы, не проходит. Например, 18 марта 2013 года в 10 часов 50 минут поступил вызов от гражданина деревни Хорозана. В связи с отсутствием бригады в районе, так как она находилась на вызове и везла роженицу в президентский перинатальный центр, помощь выехала лишь в 11 часов 30 минут. Пациент при приезду скорой помощи скончался. Только за текущий год таких случаев было 3. В таких случаях, если крайне экстренная необходимость, мы организуем вторую бригаду в экстренном порядке. Но то есть, конечно, опять-таки уходит время на организацию этого выезда. Если, допустим, то есть собираем бригаду как вот фельдшер, водитель, которые живут непосредственно в близости, их вызываем срочно и выезжаем в экстренном порядке. Если не такой экстренный вызов, конечно, рекомендуем самим приехать быстрее, потому что у них получится, если автотранспорт есть свой, у них получится быстрее приехать самим, нежели пока мы соберемся и доедем. Решить проблему можно, если вторую бригаду организовывать не так экстренно, а на постоянной основе. Для этого есть и машины, и люди, нет только денег. Медики утверждают, на уровне района с этим не справятся. Меры должны принять на уровне республики. Я вел, вот вчера я переговорил главным специалистом по скорой помощи. В принципе, мы договорились, что с 1 января 2014 года в штатном расписании будут введены дополнительные единицы, и мы организуем вторую бригаду. Это связано с финансами, дополнительное финансирование службы скорой медицинской помощи в республике. Вопросы данного нарушения, они кроются в дополнительном финансировании района. Данный вопрос, я думаю, что может быть и будет разрешен на уровне республики. Специалисты говорят, есть еще один вариант – включить Аликовский район в республиканскую службу скорой помощи. Такая в республике есть. Тогда, пока бригада на выезде, оказывать помощь населению смогут медики из соседних районов. Выберут ли этот способ или организуют вторую бригаду, в любом случае потребуется время. Ну а пока жителям Аликовского района можно сказать только одно – будьте здоровы. Хотелось бы в связи с этим уточнить, в чем же причина все-таки вот такого, скажем так, состояния нашей скорой медицинской помощи? Вот вы проводили проверку, насколько я знаю. Что вы можете по этому поводу пояснить? Какие меры приняты прокуратурой республики в связи с этими обстоятельствами? Ну, начну с того, что раньше больницы все были муниципальные, и, наверное, не все районные администрации могли себе позволить, видимо, отсутствие каких-то специалистов в этом плане, вести такую планомерную работу, вести контроль за деятельностью больничных учреждений. Поэтому больницы варили свои каши. Вот. Ну, с 2012 года все больничные учреждения передали Министерству здравоохранения Чувашской Республики. И сейчас мы с Министерством здравоохранения в очень тесном месте работаем, проводим совместные проверки, потому что тоже в интересах Министерства узнать, как на местах строится работа. В этом году мы носили практически по каждой проверке, обобщали результаты прокурорских проверок, вносили представления, это и по скорой медицинской помощи, это соблюдение законодательства при реализации мероприятий и приоритет национального проекта здравоохранения, оказание медицинской помощи детям. Наши представления всегда рассматриваются с нашим участием, к нам Минздрав прислушивается. Я же говорила, что мы тесно работаем. И виновные лица всегда привлекаются к дисциплинарной ответственности. Спасибо, Анна Николаевна, за обсуждение столь важной для граждан темы. А я еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по надзору за исполнением закона в социальной сфере прокуратуры Чувашской Республики Анна Николаевна Бочкарева. Как видим, вопросы соблюдения прав граждан на социальную и медицинскую помощь, к сожалению, на сегодняшний день все еще остаются актуальными. Никто из нас не застрахован от болезней, материальной необеспеченности и иных проблем.
Государство должно и обязано помогать таким людям. Однако не всегда эта помощь оказывается своевременно, качественной и в полном объеме. Сегодня человеку мало быть здоровым, нужно быть еще и знать свои права в тех ситуациях, когда придется ими воспользоваться. И не пренебрегать обращением в правозащитные органы, когда они нарушаются. Ведь свое здоровье и жизнь дороже времени, затраченного на хождение по различным инстанциям. До новых встреч в эфире!